Мы сегодня с Оксаной на болоте. Оксана уже ноги промочила. Да. Сегодня погода у нас шикарная. Это мы сейчас только-только заходим. За Клюковкой решили сгонять. Пойдем вот туда, в ту сторону. Прямо, в общем, мы сейчас пойдем. В том году хорошо так набрали ягодок. Или в позапрошлом? Угу. Да? Покажи, сколько ты набрала уже. О, да поболее, чем я-то. У меня вот еще грибочки нашли по пути. В лесу грибов много, надо ехать в лес за грибами. Но вот эта ягода мелкая, мы сейчас только заходим, поэтому я такую даже особо не собираю, не беру. Сейчас пойдем туда вот подальше, пройдем. У нас дожди тут все это время шли. И болото мокрое. Ой. Так что, вон сколько ягод. Ягоды есть, ягоды много, но меленькая такая. Мелковато. Ну, так а сейчас, конечно, мы пошли. Всю ночь еще дождь лил. Но потом просто такой погоды не будет у нас. У нас дальше на похолодание. Вон, видите, воды. Кругом вода. Что, заходим туда? Вон там, видишь, кто-то тоже собирает. Вообще классная погода. Просто красота. О, смотрите, сколько водищи в этом году. Погода шикарная просто. Мне даже жарко. У меня тоненькая курточка. Солнышко так хорошо, хорошо припекает. Прям как летом. Красота. Мелкая ягодка. Ты красотонька у меня вообще такая. Ой. Вкусненько. Малышечки мои. Вон там даже не доели, все закопали в свой туалет. Сейчас так прикольно тут играли, я не успела, как всегда, ведь я пока включу телефон, да чё-то. Ой, что тут вытворяли, чудики. Такие потешные. Хотела вам показать свою тыковку. Я здесь тоже давно уже не была. Это уже трескается, надо снимать. Вот, хотела показать та тыковку, где она у меня выросла, друзья. Смотрите, я сама только сейчас увидела, потому что я как... Ну, как бы сюда и не захожу. О, здесь вот тыковка есть. Вон, видите, какая. Это как наша Таня с канала «Мама Таня может все». Говорит, тыкушки, тыкушки. Таня, тебе привет от тыкушек. Там еще одна тыкушечка торчит. У меня их всего две. Главное, ботвы столько много, да, вот эти вот листья, лианы, прям полно все. А тыкв самих как таковых всего вот две штуки. Там тыкву сеяла, там вообще все пустоцветы, ни одной. Вон, смотрите, друзья, где у меня тыковка. Мне туда не подойти, здесь все в листве. Вот она. Нет, я хочу все-таки подойти. Сейчас попробуем. Что тут у нас? Пройти-то реально. Как эти, знаете, есть такие листья здоровые, лотосов. Здоровая. Сегодня ветер такой сильный. На улице дубак. Хочу пройти, посмотреть. Что тут есть хоть тыквы-то еще? Нету. Тыков нету. Все, вот две штучки всего выросло. Ну и то хорошо. Стебли повредить дальше не пойду. Вон, смотрите, на веточке. На сливе растет. О, видно? Расположилась и растет себе. Ну вот так вот. У нас соседка ходит, не буду снимать. Смущать. Подумать, что я ее снимаю. О, видите, какой ветрище-то. Наверное, в микрофон тоже сильно дует. Ну, тут надо, конечно, это все снимать. Да и вообще надо потихоньку уже урожай снимать. Толку-то от него уже и не будет. Все, уже у нас холодно. Уже ничего не вырастет.
Что хоть вы тут все орете-то? Дамочки насастые. Пятачки. Только вчера вам показывала тыкву. А ночью долбанули хорошие заморозки. Видите, вся померзла. Остались видны только две тыковки. Ну и это тоже. Остальное все, все листья померзли. Вот та, которая на сливе. Вроде хорошая лиана, даже не замерзла. А эти все. Все. Кабачки, наверное, тоже. Пойдемте глянем, кабачеллы мои. У, кабачелчики мои, кабачеллы. О, тоже все померзло. Надо остатки снять. Ну и в принципе-то и все. И на этом кабачковый сезон закончился. Ну так, эти не так, кстати, померзли. Верха прихвачены. Но все равно уже толку не будет, они уже не растут. Они уже вон гниют. Ладно, сегодня поковыряюсь, что-нибудь поищу. Что-нибудь пошукаю, поснимаю остатки урожая. И ботву всю надо убирать. Вот так. Вот и осень. Быстро как все. Как все скоротечно и не вечно. Моя калина, которую не достать, блин. Надо как-то от нее взять саженцы. И разрастить себе новый куст. А это так, для красоты. Ну, где можно достать, я достаю. А там вот макушки-то уже птички достают, едят. Пошла посмотреть на свою экспериментальную картошку, которую я сажала как бы в сено. Сено, солома. Вот. Слушайте, картошка лучше, чем у меня в грядке. Причем я ее посадила, видите, я ее не пропалывала, не окучила. Это был чисто эксперимент. Вот сейчас возьмем. Так, тут уже лунку я выкопала. Где-то тут еще была картошина. Так, это оттуда, наверное, да? Во! Вот эту сейчас попробуем копнуть. Сейчас это все сдвину нафиг. Какая картошечка. Какая она просто безупречная. И не крупная, и не мелкая. Идеальная. Червей просто. Просто видимо, невидимо. Если вот такая картошечка. О, смотрите, какая шкурка нежная. Из такой картошечки я покажу вам отдельный, очень вкусный, офигительский рецептик. Вот. О, смотрите, сколько червячков. Какая здесь землица хорошая. Вот. Повторюсь, что в землю я картофель не сажала. Это была картошка, высажена просто на сено. Видите, отличная. Вообще, я говорю, у меня в грядке не такая выросла, как вот здесь. То есть, я так делаю выводы, знаете, чем меньше трясешься над овощами, над тем, что ты посадил, тем оно лучше растет. Ух, немножко не там копнула. Вон где гнездо. О, сколько тут. Немножко обрезала одну картошинку. Вон, посмотрите. Да, не крупная. Ну и ладно. Я и не люблю крупную картошечку. Посмотрите, что. Опа. Ну вот, это с одной вот такой маленькой бороздки получилось вот столько. Слушайте, ну тут разная есть. Есть довольно-таки такая вот приличная, тут он крупная. Ну я говорю, я такую крупную не люблю, мне нравится вот средненькая. Вот. Я сейчас не планировала заниматься выкопкой картофеля. Я просто пошла ради интереса посмотреть, есть ли здесь что-то вообще или нету. Слушайте, результатом я очень довольна. У меня в грядке, повторюсь, что не столько в грядке не наросло, сколько я сейчас сняла вот здесь с одной бороздки. А у меня их, ну, еще штуки 4. Вот, это я на пюрешку накопала. Сейчас пойду поставлю и пойду дальше сажать малину.
Очень мне, друзья, понравился данный способ посадки. Посадила и забыла. Не окучивала, не поливала. Вообще ничего не делала. Она росла сама по себе. То есть это самый ленивый огород. Вот. Да, может быть, возможно, не такие большие объемы. Но я вам скажу, картошка просто идеальная. Она не поеденная червячками. Она просто идеальная. Вот. Такой посадки быть в моем хозяйстве. Нам, в принципе, нам картофель хранить негде. И тоннами картошка мне не нужна. То есть вот так вот напоесть. Самый самолет. Так, ну что же, друзья, делюсь обещанным рецептиком деликатесной картошечки. Так, для начала картофель необходимо как следует промыть. И затем ставим вариться на среднем огне до полной готовности. Далее на предварительно разогретую сковородку добавляем масло, немного соли, чтобы не прилипал картофель. Затем добавляем панировочных сухарей. И все обжариваем до золотистой корочки. При этом необходимо картофель постоянно помешивать. Ну вот и готова картошечка. Готовится быстро. Получается очень вкусно. Такая вот красоточка золотистой корочки. Всем приятного аппетита! Опездалы мои везде со мной. На хозяйстве, по хозяйству, везде. Да что любопытные. Ну чего? Какашки я чищу. Вкусно? Ну чего такие любопытные-то? О, меня уже спину треплют. Что ты? Треплют меня, смотри-ка. Эту малину не надо трогать. Иди, иди, говорю. Банда. Давай, давай, загоняй ее, загоняй. Давай, давай, давай. Пусть домой идет. Все. Теперь вот эти вот у нас новые хозяева нашей фазенды. Хозяйничают, ходят. Всех гоняют. Кроме меня, конечно. Смотри-ка, что. Лезь! Леся! Боюсь, как бы она не боднула. Получит ведь по рогам-то. Иди, заходи. Совсем осмелели. Ты готовы, мои лисички, на которые я недавно снимала рецепт? Кому интересно, ссылочку на рецепт я оставлю внизу под видео. Сейчас мы будем дегустировать их, кушать с пюрешечкой. Вот такой у нас сегодня скромный ужин. Пюрешечка,
с солеными лисичками, с майонезиком. Ну, а для риши просто пюре. Огурчики последние с теплицы и перчик тоже наш тепличный. Все, всем приятного аппетита. Мы сейчас будем ужинать. Ну, а потом, конечно же, будем запивать наш ужин вкусным ароматным чаем.